рюкзак фирмы Hugloves, модель Tight Malung. Данный рюкзак является премиальной модификацией очень популярной модели Tight. На нее у нас также есть обзор на канале. Рюкзак, в отличие от классического своего брата, сделан из более дорогого материала. В передней части для изоляции содержимого рюкзака сделана жесткая вставка с пенкой внутри, а также добавлены кожаные элементы на зажиме для ледоруба и сделана кожаная ручка. Рюкзак повторяет силуэт винтажного рюкзака, который использовался в Швеции для коротких восхождений и прогулок. Соответственно, фирма Hugloves решили этот классический силуэт сохранить и добавить в него современные функциональные детали и материалы. Рюкзак предназначен для города, для использования в коротких поездках, а также может быть использован для прогулок по лесу или радиалок в горах. Рюкзак имеет очень простую систему переноски, то есть это вставка из пенного материала в спине, а лямки сделаны из термоформуемой пены. То есть, несмотря на то, что они не имеют значительной толщины, они очень приятно садятся по фигуре. У рюкзака легкая пластиковая фурнитура, которая отлично быстро работает. Помимо возможности регулировки лямок, соответственно, есть грудная стяжка, которую при желании можно плотно утянуть, если вы используете рюкзак для езды на велосипеде, либо ходите с ним в радиальные выходы в горах. Грудная стяжка перемещается вверх и вниз с помощью алюминиевой фурнитуры. Рюкзак имеет две боковых стяжки, каждая из которых открывается и закрывается на фастексе. Передний карман рюкзака имеет кожаный пуллер, который очень приятен в руках. И сюда можно поместить электронную книгу, либо блокнот, а зимой, например, убрать перчатки, либо шапку. Держатель для ледоруба, либо трекинговых палок, является здесь скорее декоративным элементом, но при этом вполне себе функционален. Соответственно, если рюкзак используется в путешествии, можно вполне сюда закрепить ледоруб, либо трек-палки. При необходимости кожаный элемент можно снять, либо перенести в другую часть рюкзака, подогнав под длину ледоруба, либо трекинговых палок. Основное отделение закрывается на молнии, пуллера также сделаны из кожи. Внутрь помещается утепляющий слой, легкая мембранная куртка, остается место для литрового термоса, и также, если вы ездите с ним на тренировку после работы, помещается спортивная обувь. При этом есть изолированное отделение для ноутбука, сюда легко помещается ноутбук диагональю чуть больше 15 дюймов. Также отлично помещаются документы формата А4 и можно убрать целую папку. Внутри есть потайной карман, куда удобно убрать смартфон, электронную книгу, либо ключи или ваш паспорт. Таким образом, имея объем 25 литров, а массу всего 640 грамм и при этом множество функциональных деталей и классический дизайн с кожаными элементами, рюкзак Tight Malung является отличным решением для использования в городе, а также для тех активных людей, которые хотят иметь один рюкзак для всего.